Всем привет! Лето закончилось, это значит, что самое время подвести итоги турниру с названием «Первый звонок». Удачных раскрытий было много, однако мы с вами обсудим лишь первую пятерку. Пятое место. Сергей Неталант. Качественный мрачный андеграунд. Преподал заодно всем пользователям Battle Me уроки хорошего флоу. Четвертое место — это Рой. Казалось, на прошлой неделе он показал нам все, на что был способен, однако выяснилось, что он умеет еще круче. Ньюскульный вариант раскрытия с олдскульным текстом. Браво, это было очень круто. Третье место — Андрей Ненужный. С попыткой достучаться до пользователя Кубик делает он это жестко, творчески и по-батлому. Второе место — Стратвелли. Качественный хоррор с юмором, или юмор с хоррором. Чем-то даже напоминало легендарный Кровосток. Ну, в любом случае, это было оригинальное раскрытие и заслуженное второе место. Ну, а первое место занимает Вотрекс. Среди пятерки победителей он самый юный, поэтому с особым жаром раскрывает тему первого звонка со школьной тематикой. Мы тебя поздравляем. Первый звонок, время учебы, мысли взорвать, в школу приходят, мысли уходят, разум потерян, на час ад выживу, не уверен, вы думаете, я с БМ уйду, дискриминация школьников, за это вас пойму, а версию вызываете, пенсию все разом ожидаете, и есть только тупые, хоть намного старше. Новые турниры уже в самом разгаре, как классический, так и батл-турнир. Напомню, там соперника определит рандом. Всем хорошей музыки и до новой встречи. Пока!